7 августа в концертном зале «Нитрино» десногорцы вновь встречали актеров Тильзит-театра из Советска. 3 года назад по проекту «Территория культуры Росатома» труппа познакомила наш город с постановкой «Однажды где-нибудь». Пьеса имела большой успех, а актеры – новых друзей. Об этом свидетельствовал полный зал зрителей. В этот раз актеры привезли для своих поклонников комедию «Приходи на меня посмотреть». Сюжет комедии с легкой иронией и присутствием некоторого авантюризма располагал зрителей к хорошему настроению, а игра актеров заставляла сопереживать и восхищаться их героями. Кто-то из коллектива театра уже не первый раз гастролировал по атомным городам, а некоторые принимают участие в проекте впервые. Все они делились впечатлениями от встреч с атомщиками. У вас в городах такое ощущение, что вы друг друга знаете. Вот есть такое ощущение, что вы какой-то единый коллектив, как будто бы вы не с разных работ, не с разных семей. Я не знаю, как так происходит, но есть такое ощущение какого-то единения. Мы очень рады, что попали сюда, наверное. Что Десногорск – это именно первый город, куда мы попали, потому что, во-первых, сам город нас принял очень хорошо, я имею в виду атмосфера города, вокруг леса огромное, теплое водохранилище, как-то так все приятно, и люди такие приятные, нас хорошо приняли, и, честно говоря, я думаю, если нас в других городах также будут принимать, это будет здорово. Проект «Территория культуры Росатома» расширяет горизонт. Он не только для атомщиков. Он дает возможность людям разных творческих профессий знакомиться с укладом жизни в атомных городах и общаться с их жителями. И радует, что гости стремятся вернуться к этим теплым дружеским отношениям. Я уже объездила все города, и, в принципе, я всегда поражаюсь атмосферой, которая вокруг создается. То есть очень принимает хорошо, очень хорошо. Просто без проблем, все проблемы решаются просто на ура. Так что мне очень нравится, как нас вообще принимают атомные города. Тильзит-театр стартовал из Десногорска и посетит с гастролями еще 7 городов.